Так, надо посмотреть, где находятся титаны. Пип. Выяснилось, что титаны мертвы. Да как это может быть возможно? Бим. Тоже ли поверил? Блин, у меня рука горит. Кто меня пульнул? Мне кажется, вот и все. Что вы скажете, босс? Отвратительно. Из-за этих нершаек мы потеряем титанов. Спикер на починке, титан-камерамен с титаном микроволновкоменом вообще город весь очищают. А вот титан Тиви Чикен, ему стоит беречь свои телевизоры. Живо из моего кабинета! А ты остаешься со мной. Почему? Нам надо кое-что обсудить. Во-первых, где ты впервые нашел микроволновка Чикена? Где-то в середине войны. Ага. Когда Джи Чикен был с... со скольки лазерами? С четырьмя. Угу. Они скрывались в тени. Да, я их как... еле как нашел. Не заикайся. Хорошо. Я сказал, не заикайся. Живо с документы. Ага. Все ясно. Они все будут уничтожены. Сегодня закончится эта чертова война. Босс, но нам не удастся их найти. Живо их принеси сюда. Кого? Чикен мутантов. Дебил сраный. Хорошо. Дорос сосед. Ну, наконец-то. Спикер-босс, нам надо очень серьезно поговорить. Титанов почти уничтожили, им надо помочь. Все в деле, не кипишуй. Давай найди этих там микроволновок. Будет сделано. Дверь не забудьте закрыть. Хорошо. Господи. Когда уже эти двери починят? Каждый день ломаются. Во, вроде я починил. Хорошо, что у нас много денег. Бип-бип-бип. Уходим все! Выходим быстро! Все здесь? Да! Это все останется в секрете. Кто это был? Ты про кого говоришь? Я не про кого. Так, где еще микроволновка Мэны? Их нет. А почему? Они у себя в базе, Изи.
я просто пришел погостить. А, так, бегом на выход, на выход, на выход. Бим, 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 бим. Бим, бим, бим. Босс, мы вас ждем. Сюда нельзя пройти, двери заклинило. Бим, бим. Слава богу. Бим, 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 бим. Надо будет починить. Бим, бим, бим. Спикер босс, где ты камеру потерял? Споткнулся немного. Ладно, пошли. Извините, аривидерчи. Блин. Что я натворил? Я думал... Нет. Нет, нет, нет. Что я натворил? Босс-спикер, ты как? Зашибись. Что у тебя там мигает? Что-то у тебя там пикает. Блин. На базу мы возвращаться не можем. Я буду нести тебя на плечах.